Президентская елка состоялась сегодня и в Атырау. В новогоднем празднике приняли участие 300 школьников со всей области. Для детей организовали развлекательную программу с красочным шоу и, конечно, подарками. Для атырауских школьников время волшебства, чуда и, конечно же, подарков начинается именно с новогодней президентской елки. Поверить в сказку и окунуться в атмосферу таинственного и незабываемого праздника смог каждый из участников. С Новым годом, с новым счастьем, смеха, радости, добра. Ожидает нас сегодня много-много волшебства. От Нового года я жду подарков, волшебства и очень хорошего настроения. Я жду эмоций, позитива в следующем году. Вот, и чтобы вообще было все хорошо. С Новым годом! Я учусь в школе-интернате номер 4. Хочу сказать спасибо за такой красивый праздник. Мне все очень понравилось. В будущем, когда вырасту, хочу стать адвокатом. Хочу защищать тех, кто делает добрые дела, тех, кто нуждается в помощи и поддержке. На главную елку были приглашены дети со всех районов и городских школ области. 300 школьников встретились со сказочными персонажами, получили новогодние подарки и сами представили свое мастерство в различных выступлениях. Ведь среди участников победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. В этой елке участвовало 300 учеников в возрасте от 9 до 13 лет. Категория участников у нас дети-сироты, инвалиды, участники международных и республиканских олимпиад. Также детям были разданы очень дорогостоящие подарки, сладости. И для каждого ученика был предоставлен сертификат в виде определенной суммы. В рамках праздничной шоу-программы герои сказок и мультфильмов устроили театрализованное представление. Каждому достались не только подарки, но и незабываемые впечатления и приятные эмоции. А еще 5 атырауских школьников примут участие на главном новогоднем празднике в Астане. Он состоится 29 декабря с участием главы государства. Нургуль Абильна, Арсланбек Кенче, Амантай Матена, 24 KZ, Атырау.